Семья нелегальных мигрантов Хабаши в Германии уже полтора месяца. Две недели в Берлине, месяц в Хеденау. Мать и четверо взрослых детей. Говорят, что власти ими совсем не занимаются. Не проведен даже обязательный медосмотр. В течение трех первых месяцев беженцы не имеют права работать. В течение этого же времени по закону им нельзя и уехать обратно. Покидать пределы Германии запрещено. Мы просто сидим здесь и ждем, ничего не делаем. На пути получения статуса беженца мы не продвинулись ни на шаг. Немецкие власти говорят, что наняли дополнительных сотрудников центра регистрации, чтобы ускорить обработку досье беженцев. Однако пока свободное время семейству Хабаши приходится коротать в обществе добровольцев. Немец Юлиус играет для сирийцев на французском рожке. Свозил их на машине в Дрезден и средневековый городок Пирна. Мы говорим, рассказываем то, что может быть им полезно. Объясняем ситуацию. Говорим о перспективах, о терпении, о нетерпении, которое они порой проявляют. Пытаемся общаться по-немецки, немного преподавать язык, потому что для них это ключ к успеху в этой стране. В ситуации каждый справляется как может. 15-летний Яман спит до обеда. 17-летний Мухаммед, хотя и пытается учить немецкий, но честно признается, что дело не идет. Психологические проблемы, говорит подросток. Я еще не готов.